Сиди и жди здесь. Папа приготовил тебе чудесный сюрприз. О, а какой? Если я расскажу, это уже не будет сюрпризом, верно? А я все равно притворюсь, что удивлен. Хо-хо-хо, какой же ты у нас проказник! Ну скажи, дядя Шрам. Нет. Это ваши дела с твоим папой. Знаешь, дружба отца и сына, как бы... Что ж, схожу-ка я за ним. Я тоже пойду. Нет. Нет. Ты посиди на камне, чтобы не вляпаться снова в историю, как тогда с гиенами. Ты знаешь про это? Симба, об этом все знают. Правда? О, да. Удачно, что папа успел спасти тебя. А? О, откровенно говоря, потренироваться бы тебе, а то ты хило рычишь. М? Хорошо. Дядя Шрам, меня обрадует сюрприз. Симба смертельно обрадует.